Эй, привет тебе! Я Коперник, это боевые будни в игре под названием Last Man Standing. Давайте по... Блядь. Обожаю этот дебилизм. Это дичь. Дайте потише чуть-чуть сделаю, так глушит. О. Это было похоже на какие-то предсмертные крики какой-то проститутки, которую закалывают. Ладно, давайте не откладывать все на долгий ящик, иначе нам здесь быстро покажут, кто здесь белый господин, кто здесь черный господин, повелитель и так далее. Тоже 300-й броник, не густо пока что. Так, однопатронное нечто мы подобрали. Вот аптечек хорошо много, глушитель есть. Не может не радовать, не может не радовать. Так, что тут у нас еще имеется? А, вот, все, есть у нас нормальное оружие. И больше, в принципе-то, ничего. Давай тогда сюда поставим по-быстренькому прицел, насадим насадочку, винтовочный глушитель, и погоним. Так, мне показалось, или там кто-то был? Скорее всего, показалось. Так, с патронами у нас все более или менее, ни шатка, ни валка, ну что ж поделать. Отлично. Так, броня-то у нас есть. Броня-то у нас есть, а вот попу прикрыть нечем. Это печально. С патронами не густо. Это тоже печально. И это не прикольно. Да и бронька у нас, в принципе, всего-то 300-я. Тоже не особо круто. Прицел Д. А, лазерный. Давай иди сюда. Лазерный Д. А сразу прям давайте бежать ближе к центру куда-нибудь. Соответственно, по домикам пока надо пройтись. Дабы налутать необходимый объем лута. Да, масло масляное. Вот наш любимый домик там. Но там, к сожалению, я понимаю, конец зоны, да? Нет, не конец зоны. Вот он, домик. Получается, здесь все нормально, здесь все красиво. Так, единственное, да, вот эти паралаги меня не радуют ни разу. Опаньки. Магазин пустырит пулемет. 60-патронный. Рукоятка дальности. Прекрасно. Просто слушаем. Что, зачем, почем и почему. Рукоятка дальности. Раз. Прицел оптический. Два. Магазин. Сюда. 60 патронов ППшечка. Опа. Так, у нас нечем пока попу прикрывать, к сожалению, но... Но. Уже есть граната. Так. Ну, в принципе, все прекрасно. Живем мы. Пока живем. Так, аптечка обязательно. Большая аптечка. Все. Мы, считай, уже затащили. Так, остается теперь только засесть в домике. Надеюсь, это чудо на оружие. О, 60-й броник. Это очень даже мило. Калаш, нет, спасибо. Экспансивные пули. Еще один глушитель. Ибо нехрена.
Так, оптика, опаньки, магазин точности нет, рогатка дальности, опаньки, винтовочный глушитель, опаньки, превращается наш Тор в охренительную винтовку. Наш товарищ, вот этот, превращается во что? Прицел сюда, в принципе, не нужен, винтовочный глушитель, вот это будет интересно, конечно. Хотя нет, это для ближнего боя, нахрена для ближнего... Ой-ой-ой-ой-ой, заигрался. Извините, не видел, не слышал. Печалька. Ну ладно, секунду, сейчас вернусь. Какая жизнь, да? Это больше похоже на какое-то чистилище, по идее, да? Какой ужас. Сквернословый негодяй, понимаешь ли. Надо подальше пойти. Hello, man. Ну и ладно, не беги туда. Не хочешь со мной общаться? Не общайся. Так. Ку-ку, ёпта. Кукусики, пацанчики. Не? Нет, Димашку. Эх, бляха-муха. О! Да. Красота. Ладно. По-моему, кстати, там же. Нет, не так ли? Так, по идее мы там же. Судя по ощущениям. Да и оружие, блядь, тоже. Вообще надо, блин, золотой калаш убирать. Он что-то как-то пошло очень выглядит. Автомат калашника, это рабочая машина. Войны. Не, украшение какое-то. Ну, в принципе, да, здесь одно и то же, блядь, валяется. Смотри, смотри, сейчас пойдем в соседний дом, там найдем Тор. Так, Алекс, давай-ка ты у нас лучше будешь. Так, с патронами что у нас пока все? Так себе. Оптика, рукоятка дальности. На Эликс можно голографический прицел, но его в задницу. Насадки никакой пока. Побежали тогда за Тором. За затором. Так, о, отлично, есть чем попу прикрыть. Супер. Колючая проволока. Так, потом надо очень важно выставить все на свои места. Потому что в случае паники я начинаю нажимать, ну как паники, в случае обстрела начинаю нажимать кнопки, которые я запомнил в районе мышечной памяти, естественно. О, 4С. Чуть получше будет. Компенсатор. Отлично, будут нам компенсировать. Всю дресню. Так, что это такое тут у нас? Магазин на пистолет-пулемет. Расширенные 60 патроны, соответственно. Да, мы опять там же. Ладно, окей. М4С. Так. Оптический прицел. Раз. Лазерный нет. Компенсатор. Рукоятка дальности. Сюда у нас голографический нет. Расширенный магазин сейчас на сколько? 30 патронов, да? 45. Лишних патронов не бывает в обойме никогда. Лазерный прицел, да. Насадка нет. Пока что. Где мы находимся? В принципе, норма. Побежали за предполагаемым Тором. Лазерный прицел, так. Так, вот сюда, да? Вот сюда погнали. Ну, в принципе, практически на том же месте, если не точно на том же. Ну, как вот. Уже
Рандом винить глупо. По патронам у нас нормально все, что в первом, что во втором оружии. А по обвесу на эмочке у нас все прекрасно, все красиво, все шикосно. Подбегаем, движемся в сторону центра. Аптечки есть и большие, и малые. Защита есть только дерево. Но дерево, в принципе, в экстренных ситуациях тоже сойдет, да? Конечно, не металл, но если ты поставил дерево слишком каким-нибудь странным образом, ты можешь его, отлично, расстрелять с оружия. А вот металл вряд ли так получится сделать. Ты можешь сам себя запереть. В конце концов. В какой-нибудь жопе. А на тебя будет надвигаться барьер. И ты умрешь. Потому что здесь, в отличие от PUBG, бои идут чуть побыстрее. Вот и графика. Вот эти современные системные требования. Похоже, помню, палатки были подобные. Трава в игре была у меня в детстве, называлась Delta Force. Delta Force, правда, какая, не помню. Там еще был перевод прикольный, когда там заставка из Delta Force, песня «А пули летят, пули». Тарарат-парам, парарарам. Идем мы к центру, сучка. Надеюсь, кого-нибудь свалим. Так. Слышу чертей с глушителями. Судя по звуку. По крайней мере. Секунду. Просто проверил. То ли в ухо, в то ухо вставил. Тот ли наушник, в то ухо, точнее. Чтобы все было в норме. Левый наушник в левое ухо, правый наушник в правое ухо. Иначе будет очень тяжело ориентироваться в пространстве, в стрельбе и так далее. Тихо. Ну, типа, наблюдаем за этой красотой. Один минус. Кофе закончился. Но это дело поправимое. Мысли вслух, лирические отступления, т.д. и т.п. А между делом нам нужно все-таки чесать в тот самый город. Тот самый город нам нужно чесать очень. Очень активно. Почему? Потому что сейчас кольцо будет сужаться. Мы сверху. И любой чувак как снизу, так и сверху. Вольнет нас. Вольнет нас в первую же, блядь, очередь. Если будет два или три. В принципе, их можно будет убить, если они будут поочередно попадаться. Если ты их будешь видеть. Но если наоборот, нет. Ой. Ну, вот видишь, уже стреляют. Давайте сваливать. Вот в этот прекрасненький домик. В этот прекрасный, великолепный домик. К спиной, к противнику, да. Очень надеюсь, что мы сейчас его мочнем. Задом наш герой не бежит. Он может только передом бежать. Он сейчас заставляет делать ошибку. Он сейчас заставлял сделать ошибку. Так, отлично. Звука перезарядки не было. Так. Так, сюда он не заберется. Забраться у него сюда на самом деле не так много вариантов. Один из вариантов раз.
Чуть-чуть оставлю для себя. Это что такое? Дробовик М4С? Это все у нас есть. Это все у нас есть, это все у нас замахись. Так. Броник. Отлично. Не самая лучшая идея прятаться в полностью раздроченном доме, но... Что же делать? У нас, в принципе, выбора-то особо-то и нет, товарищи. Здесь можно пробраться? Нет, это не вариант. Побежали в другой дом. Побежали в другой дом. Так, это все дело, конечно, простреливается, но... Фишка в том, что... Очень будем надеяться, что... Так, подожди. Центр там. Сотый броник — это отличная царская вещь. Так, больше здесь ничего нельзя поставить. Увеличенный магазин. Прекрасно. 60 патронов — это в два раза больше шансов пристрелить ублюдка. Рукоятка, компенсатор, насадка. Все понятно с вами, ребята. Отлично. Так, где мы сейчас находимся? Не в самой жопе, знаешь ли. Были здесь, теперь здесь. Недалеко от... лута. Знаешь, в чем прикол? Если мы сейчас побежим... 80%, что у нас сейчас, значит, сейчас все говно выскребут просто, выбьют. Вот в чем печалька. Вот в чем, блядь, самая сильная засада говяная. Бежать надо, на самом деле, туда. За лут. Вон они, вон они, вон они бегают. Думаю, не стоит себе пока что обнаруживать. Нужно как можно ближе подпустить их. Давайте-ка с одной стороны закроемся. Так вот. С этой стороны. Скрываться не будем. Будем надеяться, то, что он через этот вход не пойдет. Конечно, все печально тоже, да. Ну а что делать, что делать? Так, смотри. Бежать вот туда. Сзади нас будет бегать два человека. Бегают они по окружности. Это плохо для птиц. Значит, пес сейчас побежит там, 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 там. Только он не учил одного, окружность постоянно сужается, значит, он должен бегать по спирали. Пока что мы находимся, кстати, мы находимся в нормальной точке. Смотри, через секунд 20 побежим отсюда. Через дырдочку вот эту. Да ладно, давайте уже сейчас бежать. С укрытиями все более чем печально, но... С нашими любимыми деревянными укрытиями. Так, на гору сейчас будет забираться самое опасное. Это забираться на гору. Вот, 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 вот
я даже не видел откуда. Фух. Это было адреналиново. Это было очень адреналиново. Какие мы? 17 место в двадцатке. Неплохо. Вот, видишь, нас гнало время. Опять же, мы совершили ошибку, но у нас есть ящик обликов. И немного бустеров. Угу. Что у нас в трофеях? Мне интересно. Давай-ка. Погнали. И нам выпадает синяя футболка. Абсолютно, блядь, бесполезная вещь. Алло, алло. Да-да-да-да-да. Так. Нифига, он моднявый какой-то, глянь, весь какой-то в обесе, охренительном. По-любому Россия, русский, да? Сталкер 5. Прикольно, прикольно. Слышу немецкий язык. Фу, матом ругается. Казахи, казахский язык, как я понимаю. А либо... Ну да, казахский. Либо татарский. Чем-то похоже. Отдаленно. Угу, глушитель прям сразу, да? Ишь ты, падишь ты. Прямо сразу такая красотища, да? Прямо сразу 600 даже здесь, да? Прям уж и патроны вот здесь вот прям уж вот лежат, вот прям аж вот такой толпой гигантский, да? Слушай, за какие-то мне страдания такие вещи шикостные дают. Небось дальше будет она жопа. О, 900-я броня, все шикарно, смотри. Это у нас есть... С прицелами пока туго, да, но зато у нас есть рукоятка дальности, винтовочный глушитель. Конечно, без прицела они мало эффективны, но... Но... Это очень хорошо, деревянные щиты. Очень нужны. Очень важны. Там кто-то бегает уже. Пулемет. Бесполезная абсолютно вещь. Так, этим. В уголке здесь встанем, посмотрим. Хотя бы такой, в принципе, и так сойдет. Компенсатор есть? Нет, компенсатор нам не нужен пока что. Так, эти лаги мне, конечно, опять же не нравятся, но патронов у нас зато навалом. С прицелами все хорошо, с бронькой все хорошо, в принципе... Совсем пока что все хорошо. Вот, давайте прямо сразу, не будем долго думать. Нам очень нужен хороший прицел. Большие аптечки. Немного патронов. О, что за... Просадки дикие, конечно, здесь случаются. Так, есть еще один тор. Шикарно. Так, что это было? Катка дальности для автоматов. Прекрасно. Два тора носить, ну, так себе. 4С прицел, неплохо.
Да под что, откуда лаги-то эти? Хорош лагать, товарищ. Побежали прям сразу в сторону центров. Здесь ничего хорошего не будет. Мы только подставимся. Побежали по деревьям, соответственно, да? Больших аптечек по-прежнему нет. Деревянных укреплений по-прежнему очень мало. Критически мало. Это плохо. Нет хорошего прицела. В принципе, как и второго оружия. Конечно, слегка сомневаюсь, что второе оружие поможет нам сильно выиграть, но чисто как для экономии патронов в затяжных боях. Так, отлично, бежать нам теперь вот туда. Через горную гряду. Через эту. Так. Так, сюда, да? Да. Сюда. С той стороны что-то как-то мне... Нет, мне с этой меньше хочется запрыгивать. Если честно, там домов больше в разы. Здесь домов чуть поменьше. Здесь домов чуть поменьше с этой стороны. Наша высоточка. Где она? Сейчас посмотрим. Вон она. Надо бежать чуть-чуть вот туда. Сюда, да? Да. Правильно бежим. Правильно держим путь. Да, но сейчас, конечно, опасно все это дело. Но... Сойдет, сойдет. Сойдет пока что. Прорываемся в центра. На С, на север получается, да. А, саут, запад. Где-то вот так вот надо идти. Очень хорошо бежим. И мы еще живы. Потому что у нас свой план. План Барбариса. Захватить все это дело. Быстро прибежать в центр. Там окопаться. И, собственно, все. Так что мы сейчас сделаем очень-очень опрометчивый поступок. Бежим напрямую. Там я бежать не хочу почему-то. Я понимаю, что сейчас оттуда по мне будут, конечно, стрелять. Отсюда вряд ли. Очень вряд ли. Тут точно будут. О, тыш. Все. Звук закончился. Ползем. Стоим чуть-чуть. Да, физика здесь, конечно, как я понимаю.
это очень сильно условное. Так, свинцовый шквал. Понимаешь, он меня задрочил гранатами своими вонючими. Вот это жесть. Это было жестко, короче, это дикое противостояние, просто невозможно. Просто выдохнул, блин. Да. Все, ребят, на этом вынужден. Уже заговариваюсь. Вынужден откланяться. Это было очень волнительно для меня. Это было жестко, но в то же время захватывающе, поэтому я этот ролик все-таки выложу. Очень интересно. Спасибо за то, что смотрели. С вами был Коперник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И тащите в катках. Ну или просто играйте в свое удовольствие. Все, ладно, ребята, всем пока. Пока-пока.